Начнем, конечно, с наших корней, с самого нашего сердца русского, это русской песни. Все вы знаете, что такое расхожее выражение «песня – душа народа». Мы
которую сказал Александр Островский. Но я позволю наполнить вторую часть этого высказывания. Значит, песня «Душа народа», загубишь душу, убьешь песню. Поэтому негоже нам забывать наши родные песни, которые являются выражением нашего сердца, которые делают нас единомысленно и единосущно русскими людьми. Первая песня из репертуара Лидии Андреевны Руслановой, юбилей которой все любящие ее отмечают в этом году. «Эх, матушка сладенная». Oh,
Я люблю тебя,
вам песню по Мурманской дорожке. Прощался со мной, милой, да.
Песня из репертуара Надежды Васильевны Плевицкой «Ухарь Куперского».
городской романс у церкви стояла карета. Oh,
как памятник, чтобы просто всем было видно. Можно? Романс, написанный для меня композитором Константином Акимовым, который называется «Скажите мне». Yeah.
купеческий романс «В лунном сиянии». Василию Ивановичу Белову.
Прощальное. А никто не... Это, говорит, песня.
И после этого я дала этот текст Константину Акиму, московскому композитору, и вот получилась эта песня, которую я хотела бы, чтобы вы сейчас послушали. Прощай. Что вы, девочка,
я вспомню, она называется «Цветет черемуха в похолодание». Thank you.
зеркало на окошке моем. Меняется руль.
Я, Аллах, Аллах,
пожалуйста, у вас есть желание вместе спеть? Да. Да. Давайте что-нибудь такое. Давайте советского, мы сегодня вот советского ничего не пели, а так хочется. Может быть, вот на тот большак, как осилите, я начну, а вы мне подпоете.
пожалуйста, приходите к нам в Славянский фонд 19 февраля, там будет вечер, посвященный Николаю Рубцову, целый вечер большой. Спасибо, до новых встреч в радости. Хорошего. 19-го года. До свидания.